Подарки к Новому году получили самые умные школьники Карачаева-Черкесии. Торжественная церемония награждения победителей всероссийских конкурсов и олимпиад состоялась в Центре дополнительного образования города Черкесска. Отличившиеся получили грамоты и ценные подарки, а еще их ждала встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Подробности у Али Баташева. Каждая награда найдет своего героя. Победа возможна не только на полях сражений и спортивных состязаниях, но и в знаниях. Поэтому местом проведения церемонии был выбран Центр талантливых и одаренных детей Черкесска. Свою заслуженную награду за победу в республиканском этапе конкурса «Большая перемена» получила Лиана Лепшокова. Ей первой вручили диплом Министерства образования, новый смартфон. Но это еще не все. В качестве приза у нас большая премия президентская в размере 1 миллиона рублей, а также 5 дополнительных баллов к ЕГЭ. Я выиграла за счет того, что составляла в команде проекты. Проекты государственной важности, различные сферы. Это образование, экология, спорт. Подарками довольна, нет? Ну, конечно, довольна. Это очень хорошие подарки. И я благодарю платформу «Россия – страна возможностей» за то, что у нас действительно есть возможность. Левон Аваян написал сочинение про юнармию. Жюри конкурса «Россия – страна возможностей» по достоинству оценили его труд. Я написал свое сочинение про патриотизм, потому что каждый должен чтить свою страну и ее защищать любой ценой. Я думаю, это должно начинаться с самого детства, с первого класса, чтобы чтить свою страну, защищать ее и не давать в обиду. Все награды победителям и призерам республиканского этапа всероссийских конкурсов «Большая перемена», «Россия – страна возможностей», «Вместе ярче» и других лично вручила министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко. Я хочу пожелать, впереди у нас с вами зимние каникулы, чтобы они у вас прошли весело, эффективно, продуктивно, чтобы вы хорошо отдохнули, оздоровились и полные сил и энергии приступили к третьей, самой длинной четверти. Всем нам и нашим родным я хочу пожелать мирного неба над головой, здоровья и новых успехов и достижений в 23-м году. Спасибо вам, ребята, за ваши успехи и достижения. Кроме грамот и ценных призов, всех участников торжества ждал сюрприз. Встреча с Кощеем Бессмертным, Бабой Ягой и ее внучкой Еженькой, мечтавшей завести новых друзей. Силы зла отступили перед добрым волшебством Деда Мороза и Снегурочки, подарив детям надежду на исполнение желаний в новогоднюю ночь. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, «Вести Карачаева-Черкесия».